Только в мире и согласии можно творить и созидать, тогда и труд в радость. От этого зависит будущее и благосостояние народа нашей страны, говорят жители Бурабайского района. Они изучили послание главы государства и выразили уверенность в успехе предстоящих перемен. Немалая доля средств, которую планируют вложить в экономику страны, будет затрачена и на развитие курортного региона. Мира хотят все, стабильности и согласия хотят все. И поэтому сегодня в послании, в новом послании Нурлыжол, Нурсултана Абишевича Назарбаева, ясно сказано, что согласие и стабильность – это крыша над головой, это здоровье родителей, это счастье детей наших. Из 75 тысяч граждан нашего района более 45% национальности русской, 41% казахской, а другие проценты – это другие национальности. Но надо сказать, что у нас очень хорошо работают в нашем районе национально-культурные центры. Все они принимают активное участие в общественной жизни района. Я думаю, что политика, проводимая главу государства Нурсултана Абишевича Назарбаева, очень правильная. Наш лидер, за таким лидером хочется идти, хочется ему доверять. И по праву та политика, которая им проводится, имеет большие успехи в будущем.